Привет всем, и в этом видео будет обзор на игру Zero Driver, которая есть в Play Market. Она находится в бета-тестировании, и сегодня на нее вышло обновление. До этого я был бета-тестером, вот сегодня вышло обновление, и как понимаю, игра вышла в общий доступ. И теперь в игру могут играть многие. Могу оставить ссылку в описании, как я и сделаю. Так что можете переходить по ссылке и скачивать игру. А сегодня будет обзор на обновление именно. Потому что на саму игру обзор уже делали другие блогеры. Ну вот, мы появляемся вот тут, у здания. Тут стоит вот такая вот Скания. Солнце светит. Утро, вот я немного хочу спать. В верхнем правом углу. Вот нужно подойти сюда и поспать. Вот, добавили в игру камеру. Вот, можно теперь ходить от третьего лица. Вот. Такой вот мужик. Немножко кривой такой. Вот, ну, можно ходить вот так. В нескольких режимах. Ну, еще скин так себе. Угловатенький. Можно выбирать в гараже и другие машины. Так. Сейчас дойдем до гаража. Жалко, здесь бегать нельзя. Вот. Есть автобусы разные. Ну, автобусы одни и те же. Фирмы разные. И грузовики. Ну вот возьмем вот, к примеру, эту Сканию. И поедем прокатимся. Еще сверху видите три полосочки. Теперь можно вот так вот открывать карту. Есть настройки. Вот. Можно настраивать персонажа. Вот скин меняется у него. Вот все. Вот, сохранился. Теперь можно вот так вот ходить. Такая вот Скания. Ну, моделька, кстати, так проделана. Вот тут все у нее есть. Играю я на минималках, пробовал на максималках. Там начинает игра подлагивать немного. Так, сейчас сделаю звук потише. Вот Скания завелась. То, что мне тут не нравится, она стартует слишком быстро. Вот сами смотрите. Вот сразу понеслась. Сейчас доедем до одного места. Вот как видите, когда включаем поворотники, все двигается тут. Здесь есть трафик. Вот он такой быстрый тут. Можно включить зеркала в настройках. Но там вообще настроек очень много. Так, проехали на желтый. Но штраф не выписали. Вот есть дворники, первый режим, второй режим и отключить. Вот есть функция расцепки прицепа, вот, но сейчас прицепа нет у нас. Потом вот нарисована какая-то дверь, я не знаю, что это. И можно менять камеру. За нами уже машина едет. Можно включать круиз-контроль. Ручник, заднюю передачу, есть поворотники. Ну, уже показывал поворотники-то. Можно включать, выключать свет. Вот ближний, дальний. Вот все есть. Так, выходим из грузовика. Здесь есть типа магазина что-то. Вот, есть такой автобус. Ну, покупать вот за деньги. Сейчас у меня 0 долларов. Есть такая Скания. Volvo есть. Цвет меняется, все. Volkswagen. Ну и прицепы. Прицепов здесь много. Двойной самосвал. Бортенд. Сейчас будет двойной бортенд. Ну, вы поняли. Вот цистерна. Двойная цистерна. Ну, тут она. Так вот. Можно у нее цвет менять. Вот.
И такой вот прицеп. Не сойдет. Вроде бы его недавно добавили. Как раз в этом обновлении. И вот все. Цены здесь реальные. Так что вот, сейчас покажу автобус. Заводим сканию и поехали. Вот она даже завестись не успела и уже поехали. Так, сейчас по зеркалам посмотрю. У нас машина врезалась. Видите, трафик здесь дикий. Нисколько не останавливается. Вот врезался, даже на красный проехали. Тут лежачий полицейский перед выездом, чтоб никто у нас не въехал на высокой скорости. Вот тут есть автобус. Сейчас я вам его покажу. Глушим двигатель и выходим. Вот. Возьмем вот этот вот автобус. Заходить в него нужно с той стороны. Такой вот здоровый, красивый автобус. Вот есть отражение, правда, отражение вообще не то, которое нужно. Вот. Смогу поставить на максималочки. Все полностью. Вот так вот будет выглядеть. Видите, все начинает лагать. Вообще, это что такое? Что это такое? Так, ну ладно. И так вот будет выглядеть автобус. Но я играю на минималках. Не открывается дверь. Можно попробовать пониже сделать, вот как-нибудь вот так вот. Будет ли лагать? Да, будет. Давайте все вернем на место. Можно даже вот так вот сделать. Вот, вот так вот сделал. Средненько. Заходим в автобус. Можно ходить тут. Вот, даже есть какая-то мусорница или что это такое. Вот кондиционеры тут. Даже температура все есть. Сколько человек. Вот, короче, все прикольно. Как это будет выглядеть на минималках, сейчас покажу. Вот, все, возвращаем. Вот так вот это будет все выглядеть. Это дверь. Мы сквозь ее проходим. Так надо. Че, автобус как-то. А, это меня качает просто. Че его так качает-то сильно. Так, все, закрываем дверь. Че ты не хочешь садиться? Все. Заводим двигатель. А вот это как раз кнопка открывания и закрывания двери. Можно включить задний ход. Включается пикалка вот эта. Есть что-то на типа зеркал заднего вида. У карта здесь такая не маленькая. Проедемся немного. Так, у нас чуть машина не въехала. Вот видите, они даже на красный не останавливаются, как и я. Вот. Мы чуть не в ту сторону поехали. Сейчас развернусь. Вот еще можно поменять управление тут. Не знаю даже, какие у меня впечатления по игре. Игра еще должна развиваться. Очень много в чем. Во-первых, очень мало машин. Вот трафик бы поумнее сделать. И многое другое еще, что можно добавлять в эту игру. Вот показывается сверху бензин. Вот хочется ли мне спать, насколько уже. Надо где-нибудь остановиться, поспать.
вот автобус валит 101 километр в час. Перестраиваемся. Ну вот такая вот игра. Не знаю, как вам, но мне пока как-то сложно сказать. Вот добавили новое производство. Тут доски делаются вот от той фирмы, какой грузовик ты берешь, от фирмы такую фирму едешь и загружаешь. Вот, когда врезаешься, начинает вибрировать телефон. Сейчас посмотрим, есть ли повреждения. Так, что ты сейчас все пищать будешь? Смотрим. Нет, автобуса ничего не было. Ну, то есть здесь повреждений в игре нет. Ну, вот тут все детализировано так. Прикольно. То, что можно вручную все делать, это они хорошо придумали. Еще вот эти ящики все вручную открывать. Двигатель можно было бы. Ну и вот, уже не знаю, что вам по этой игре показывать. Все, в принципе, показал. Ну, вот есть настройки управления. И деньги какие-то тут. Вот. По игре все, что хотел, показал. Ну, всю карту, понятно. Показывать не буду, ездить по ней не буду. Вот она вот такая вот. Тут есть свои города. Какие-то деревушки, склады. Вот. Все, что хотел, показал. Сейчас время 13:06. Вот все показывает. Деньги. Вот. Ну и давайте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Проявляйте активность. И всем пока.